достаточно молодыми игроками, еще не готова бороться с такими задачами, потому что сегодня, ну, местами была хорошая игра, а местами такие ошибки, которые мы не имеем права допускать на этой серии. С такими ошибками невозможно выиграть. Но это, наверное, говорит о неопытности, о нестабильности. Мне хочется сказать, что мы сегодня сделали все возможное, но я думаю, что мы можем играть лучше. Ну, хотя команда «Локомотива» сегодня показала очень хороший волейбол. Очень мощный, и все три партии они довели на нас. Честно, да, команда хорошая, очень опытная, тем более, учитывая то, что у нас половина состава молодых, тяжело было. Да, первый полуфинал, волнение, конечно, присутствует, но это, как я себя успокаиваю, что это обычная игра того же чемпионата, то есть просто нужно выходить, играть, убивать. Ну, видимо, сегодня не наш день. Справились на эту игру хорошо, видимо, плохо настроились. Мы будем больше работать, больше тренироваться, сделаем выводы и пойдем вперед. Значит, хотелось бы большего. Мы всегда играем на победу. В принципе, бились все девочки, командой были сегодня. И в первой игре «Локомотив», значит, был сильнее. Значит, нам надо было где-то менять что-то, работать. Команды, которые приезжают к нам домой, они играют с более такой собрано, сконцентрированно и зло, можно сказать так, для того, чтобы сделать задел определенный и разобраться с оппонентом у себя дома. Всех, если игроков брать, которые выходили в стартовом составе, это все игроки, которые прошли огонь и воды, там медные трубы, да, поэтому и чемпионы Европы, и чемпионы мира, и сборницы, поэтому здесь какого-то там мандража нет. Желание больше, может, от переизбытка желания, может быть, что-то может произойти, но не более того. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии.